Всем привет, меня зовут Ермоленко Игорь, вы смотрите видео «Дневник день за днем». День у нас сегодня 24 августа 2014 года, время около 2 часов дня. На улице идет дождь, началась осень. Вообще ужасная погода, градусов 15, наверное, даже может быть холоднее. Ветер, дождь, всю ночь, все утро, и даже сейчас идет немного. Так, сегодня на самом деле грандиознейшее событие, почему? Потому что я сейчас иду покупать MacBook Pro Retina 12-дюймовый дисплей, да, 2014 года. MacBook, в общем, такие дела. Долго к этому шел, долго собирался купить, но все-таки решился наконец. А все почему? Потому что нынешний ноутбук, на котором я сейчас пользуюсь, да, вот, это не мой ноутбук, это ноутбук Тани, я его брал в аренду на месяц, как бы месяц заканчивается. И, соответственно, мне его надо отдавать, этот ноутбук. Ну, а взамен я решил себе купить сразу нормальный ноутбук, MacBook, чтобы не париться со всякой производительностью и всем остальным. В общем, еду сейчас в Горбушкин двор, на метро Багратионовская. Нашел через интернет. Так, ну что, мчимся туда. Так, не прошло и часа, время 3 часа, я уже на Багратионовской. Смотрим, как выглядит здесь что? Метро. Туда улица. Метро напротив. Вход на Багратионовский рынок. Так, ну а мне нужно вон туда. Там у нас находится Горбушкин двор. Идем туда. Ну а вот и он. Горбушкин двор. Сторы 7.7. Ну и вот, теперь я стал счастливым обладателем MacBook Pro. Время сейчас 5 часов. Почти я уже на Медведково, уже иду домой. Вот оно, сие чудо. Сейчас приду домой, буду его распаковывать, да? Анбоксинг производить. Так, этот чудо-аппарат мне обошелся, значит, в 62 тысячи. Не самая дешевая цена, понимаю. Значит, если зайти на Яндекс.Маркет, самая дешевая цена там стоит, так, 56 тысяч 400 рублей. Но там не учтены некоторые моменты. Во-первых, это без гравировки клавиатуры русскими символами. Так, без оплаты по безналу, только за наличный расчет. Дальше, без того, что там, значит, без наличия на складе. Без самовывоза. Вот, соответственно, вот этот Story 77, в нем были учтены все мои пожелания, как бы там и по безналу можно было оплатить, и самовывозом забрать, и он был у них в магазине, то есть все шикарно, гравировку они тоже сделали. В итоге цена начальная на сайте у них была, точнее в Яндекс.Маркете и на сайте, 58 870 рублей, плюс гравировка 1290 и плюс... Гравировка. А, и плюс 3% комиссии за то, что я оплачивал карточкой кредитной, да. Такие дела, и вышло у меня без 74 рублей 62 тысячи рубликов. Ну, я, в принципе, на эту цену и рассчитывал. Все, ладно, идем домой, будем распаковывать. Итак, я уже дома. Что же, приступим к анбоксингу. Ну да, анбоксинг аппарата MacBook. Так. Вперед. В общем, соответственно, пакетик Story 77 фирменный. Так, вот он этот чудо-агрегат MacBook Pro. Так, какая-то упаковка, никому не нужна. Так. Чудо-крышка. Ага, аппарат. Аппарат. Как тебя достать отсюда? Блин, одной рукой неудобно, ладно. Стой.
Точно, вот же есть специальная штучка. Так. Так. Опа. Так, достал. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Открываем. Есть. Открылся. Это уже радует. Так, это что такое? Это пленка. Угу. Так. Вот, соответственно, гравировка. Нанесли русские символы. В самом начале их не было. Гравировка стоит 1290 рублей. Так. Включаем. Опа! Чудо какое, включился. Так, экран яблоко. Так, думает. Ух ты ж, галактика. Так, ну это радует, все работает. Ну-ка проверим-ка. Ух, какой прям алюминий, что ли. Так, где тут у нас... Об этом маке. Так, смотрим, что у нас тут есть. Процессор 2.6, Intel Core i5, память 8 гигов. Угу, DDR3, отлично. Так, тихо-тихо, мыша. Какой классный тачпад, а. Подробно, вот, ну-ка. MacBook Pro. Процессор 2.6, память, графика Intel. Серийный номер, отчет о системе. Ой, что-то я, короче, не туда залез. Ну-ка, стоп. Ну и, в общем, здесь Retina дисплей. Вроде так, так, ладно. Закрываем. Чудо-агрегат работает. Действительно тоненький. Вообще жесть тоненький какой. Угу, угу, угу. Фокусировался. Так, что здесь есть в коробке? Это нам не нужно. Что у нас тут есть? Вот, что-то есть. Ну, походу, зарядка. И это тоже, походу, зарядка. Так, так. Это что такое? Teasing by Apple in California. Так. Так. Это типа инструкция, короче, да? Ну, всякие наклейки есть. Крутые. Ага. Ага. Все, шикарно. Ну, в общем... Вот такой вот чудо-агрегат. Опа. Наконец-то он у меня ощутился в руках. Я очень этому рад. Ладно, пойду ставить программы и смотреть, как он работает. В общем, ладно, вперед. Не поверите, где я сейчас. Время сейчас начало 10 вечера. Уже почти стемнело. Я нахожусь на новых черемушках. Что я тут делаю? Дело в чем? Вот из-за вот этой штучки... переходника, да, дело в том, что зарядка к MacBook'у идет для евро-стран, там, в общем, не как у нас, да, вилка, а там у них с тремя штекерами, и, в общем, нужен был переходник, где его найти на Медведку я не знал, ну и, соответственно, поехал туда, где знал, что на черемушках точно он будет, ну, купил, соответственно, к цене MacBook'а еще 500 рублей этот штекер, вот, как бы так, ну что, уже темно. Буду с вами прощаться. Все, всем пока, всем удачи, всем спасибо за внимание. Можете меня поздравить с покупкой. Крутой. Все. Arrivederci.